Добрый день. Сегодня у нас состоялась пресс-конференция, на которой мы рассказали о деятельности и Всемирной Федерации ресторанного спорта, и нашей Армянской Федерации ресторанного спорта, и о том, что значит, наши очень известные общественные организации в области кулинарии, пропаганды национальной кухни сегодня готовы подписать договор о сотрудничестве с Всемирной Федерацией ресторанного спорта. Новомодное слово – меморандум. Меморандум, да. Мимо, но не мимо, у нас меморандум. Да, друзья мои, ну, для нас это событие – подписать такое соглашение с легендой, с хранителем традиций кулинарии не только армянского народа, но и всего мира – Сидрак Мамулян. Это и вице-президент Вай Борисович, который является президентом Федерации ресторанного спорта. Уважаемый Сидрак, разрешите, я первый поставлю подпись на своем. А у меня все есть. Я ставлю подпись с огромным пиететом. Не жалею поставить печать на таком фантастическом документе. Для меня это огромная радость. Так, Борисович, ну вот ваши ощущения. Нет, ну, я что происходит? Хочу сказать, что наш уважаемый Сайтрак Мамулян сейчас сидит с медалью. Вы посмотрите. А видно, нет? Посмотрите, пожалуйста. Да. С медалью, которую он только что минут назад получил от нашего уважаемого Алекса Рабиновича. От его организации, так как Сайдзяк Мамулян и человек чести, и человек мужества. Да. Поэтому и получил, и сейчас вот мы в таком хорошем настроении. Ну все, теперь в хорошем смысле этого слова придется работать, чему мы очень рады. Надо встать, да, показать. Вот, как... Рефери Олег Борисович, да, но давайте. Самый наш дорогой, любимый рефери, мой. Да, чат есть, подписи есть, ну и самое главное, работа начинается. 43-я страна присоединилась к нашему, как бы, глобальному мероприятию. Поздравляю. Поздравления, чуть было не врать, да, но я считаю, есть повод. Вот.